Только лучшие яблоки из нашего сада становятся нашим соком. Сады Придонья. Сок, который мы вырастили. Рада вас приветствовать в нашей студии. С вами итоговая программа, ведущая Марина Клинкова. После праздничной недели была короткой, но мы выбрали самое главное. Сегодня мы поговорим об официальных символах страны, региона, города, о гербе и флаге. Зачем они нужны? Где выдаешься, когда читаешь ответы на этот вопрос в интернете? Пользователи социальных сетей отвечают по-разному. Одни, например, сравнивают герб с обычной аватаркой на своей странице. Другие видят мир шире, понимая, что герб и флаг имеют важнейшее значение, отражая в себе историю народа, его отличительные особенности и воспитывает любовь и гордость к родине, к родному краю. Важно не только знать, как выглядит герб и флаг родной страны и даже города, в котором ты живешь, но и понимать их символику. В Волгограде споры и разговоры о символах города и области ведутся уже более 10 лет. То затухают, то разгораются с новой силой. Одни заявляют, что наш город долгие годы живет без узаконенных официальных символов, а те, что есть, не соответствуют нашей истории и правилам геральдики. Другие, наоборот, убеждены, что герб и флаг города-героя Волгограда законные, правильные и в полной мере отражают нашу героическую историю. В этом году конфликт двух сторон разгорелся с новой силой и вышел за пределы нашего региона. Так газета «Советская Россия» опубликовала открытое письмо волгоградских ветеранов и геральдистов, ставших на защиту существующих патриотических символов Волгограда и области. Авторы обращения выступают против замены действующих символов героизма на герб со скрещенными стерлядями. Информагентство «Высота 102» выслушало обе стороны. Символ нашего герба и города и области не утверждены в геральдическом совете, а это является главной артерией и критерием для того, чтобы значимо быть в России. Геральдический совет – это общественный орган при президенте, который просто высказывает свои мнения и рекомендации и не имеет никаких властно-распорядительных полномочий. Они не могут никого заставить поменять герб, заменить, хотя периодически пытаются. И только наши серебряные рыбы на червленом поле, на красном поле – это истинный исторический герб нашего города. А в коем в письме и отвечает геральдический совет, что мы имеем культурно-историческое наследие. Вот это письмо, это письмо, в котором сказано, что наш герб, герб царицы на Волге и в данный момент герб Волгограда, является культурно-историческим наследием российского масштаба. И они описывают, что на красном поле две серебряных рыбы накрест. Это вот символ нашего города. Что изначально означало, река Царица впадает в Волгу вместо крепости. Через 200 лет материализовалось слияние Волги с Доном, Волго-Донским каналом. А на самом деле, помимо этого, еще самая значимая его идея этого герба заключена еще и в том, что это символ две рыбы накрест. Ихтиос. Это прижизненная эмблема самого Спасителя. Вот что предлагают принять сейчас. И вот две скрещенных рыбки, их окружают стрелец и бронебойщик, и внизу, под подставкой, в совершенно непотребном месте, примерно там, где валялись фашистские знамена, брошенные к мавзолею, там повешена геройская звезда и орденские ленты. И наши символы могут быть с родиной матерью, со звездой, какой угодно, как эмблемы, не как герб. Герб – это наука, и она требует подхода научного, а не так, что просто нам нравится, не нравится. А дело в том, что герб – это наука, и она требует именно скрупулезного, а тем более, если герб был у нас исторически утвержден еще много веков назад, он уже является культурно-историческим наследием всероссийского масштаба. Это пишет нам и геральдический совет. Скрещенные рыбки действительно у нас здесь появились. В 1730 году были учреждены знамена различных полков, рот и других воинских частей. На гербе всего лишь навсего первой роты Царицынского Драгунского полка, да, были два скрещенных осетра. Поэтому вот такого герба, о котором говорят, мы пытаемся восстановить исторический герб. Да не было такого исторического герба. Герб рождается от главного принципа построения геральдики, от его гласного принципа, гласного говорящего. Например, дубовка – дуб, изображен на гербе, камышин – камыш, изображен на гербе, орловка – орел, изображен на гербе. В Москве Георгий Победоносец, в Питере якоря со скипетром, в Смоленске и в Брянске пушки,
в Ростове амуниция и оружие, в Астрахани корона и сабля, где-то еще там крепости, колонны, воины. А флоры и фауны в гербах российских городов меньше 20%. В России осталось только два герба Волгограда и Волгоградской области, в которых отражена наша великая победа над фашизмом. Сейчас еще к ним прибавился Севастополь. Чьи аргументы сильнее, решайте сами. Между тем, как сообщало информационное агентство ТАСС, действующая символика города-героя Волгограда была утверждена в постсоветское время постановлением Городского совета народных депутатов. За основу герба взят щит золотистого цвета, который делится на две половины лентой медали за оборону Сталинграда. Верхняя часть герба в виде зубцов символизирует собой часть неприступной крепости, окрашенной в красный цвет. На щите размещены медаль «Золотая звезда», «Шестерня», «Сноп пшеницы» и «Голубая лента». Они – символ того, что Волгоград – город-герой с развитой промышленностью, богатой Нивой и расположен на берегу Русской реки. Хочется надеяться, что решение оставить или изменить флаг будет принимать не узкая группа людей. Для обсуждения этого важного вопроса необходимо привлекать ветеранов, геральдистов, областных и городских депутатов, представителей политических партий и, конечно, общественность. Нет сомнений, что герб города-героя должен содержать в себе историческую правду, которой бы мы хотели гордиться. Но если дискуссии про герб можно отнести к так называемой нематериальной сфере, то вот ситуация, которая сложилась на Волгоградской картонажно-переплетной фабрике, стала для ее работников жизненно важным вопросом. Это предприятие, расположенное на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда, большая часть сотрудников которых является инвалидами второй и третьей группы, оказалась на грани разорения. Фабрики, оснащенные в основном старым оборудованием, все труднее стало конкурировать с современными производствами новых предприятий нашего региона и соседних областей. В результате себестоимость производимой здесь картонной упаковки стала слишком высокой, снизилось количество заказов. Конечно, все это можно было бы считать проблемами предприятия, если бы не то обстоятельство, что картонажно-переплетная фабрика, являющаяся собственностью Волгоградского общества инвалидов, выполняет важную социальную функцию, дает работу людям, которым сложно адаптироваться в обычной жизни. Однако, как выяснилось, в нынешних реалиях нашей жизни это не считается важным. И мы ото всех налогов были освобождены. Но в 2002 году вступил в действие вторая часть налогового кодекса Российской Федерации, и эти налоги нам все практически вернули. В связи с этим получилась такая картина, что наше финансовое положение по сравнению с обычными предприятиями, которые и раньше работали со всеми этими налогами, ухудшилось в связи с тем, что налоги появились приличные. Ну, допустим, вот по заработной плате налоги 37% налог на заработную плату. В сложных финансовых условиях на фабрике уже вынуждены были перейти на неполную рабочую неделю. Конечно, это сразу же отразилось на зарплате сотрудников, средний размер которой до последнего времени достигал 18 тысяч рублей. Но люди готовы терпеть, лишь бы их предприятие, которому некоторые из них отдали большую часть своей жизни, не закрывалось. Ведь работа на фабрике для них – это не только прибавка к пенсии, но и возможность общения. Например, Сергей пришел сюда 30 лет назад. У одинокого мужчины вся жизнь – это фабрика. Как второй дом для меня. Потому что тут, во-первых, с ребятами можно общаться. Вот. И, во-первых, тут научишь кого-нибудь, как делать, что надо. Да, конечно, нежелательно это, чтобы закрывалось. Хочется, чтобы дольше наше предприятие, чтобы не закрывалось, чтобы, наоборот, больше заказов было. Потому что вот куда вот пойдут, действительно, есть такие инвалиды, что некоторых здоровье очень слабенькое. Вот. А куда они устроятся? Рабочие не представляют, куда они пойдут, если, не дай бог, печальные прогнозы сбудутся и фабрика все-таки закроется. И это при том, что инвалиды обладают незаменимыми качествами работников. Они инвалиды, хоть и инвалиды, но работают намного лучше, чем здоровые люди, потому что люди действительно уже профессионалы в своем деле, и руководство целиком и полностью уже доверяет и знает, что если им дали задание, что они все равно его исполнят, и очень исполнительные, очень усердные, трудолюбивые. У нас не работают те, кто не умеет трудиться или не хочет трудиться.
Между тем, директор предприятия Владимир Чернышов, который стоит у истоков строительства фабрики, делал все, чтобы хоть как-то модернизировать производство. За счет благотворительных фондов, участия в государственных социальных программах и средств Всероссийского общества инвалидов удавалось хоть как-то обновлять оборудование. Однако то, что еще 10 лет назад считалось продвинутым, сегодня, к сожалению, безнадежно устарело. И сегодня, чтобы сделать производство рентабельным, необходимо закупить новые станки на 30 миллионов рублей. Предприятие даже вложило 10 миллионов в строительство нового цеха, где бы могло разместиться новое оборудование. И в случае полной модернизации производственного процесса фабрика могла бы улучшить качество выпускаемой продукции, нарастить объемы производства, а значит увеличить здесь штат работающих инвалидов. При этом не только обеспечить их зарплатой, но и самое главное – почувствовать себя полноценными и нужными членами общества. Мы не имеем в виду, что отдайте нам просто эти деньги и на этом прекратим разговор. Мы готовы за определенный период эти деньги даже возвратить на таких условиях. Но условия с учетом нашей специфики, нашей деятельности должны быть какие-то льготные. Или в какую-то программу нас поставить. Депутат Волгоградской областной думы Михаил Трансов и рабочие предприятия уже обратились к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь найти выход из ситуации и рассмотреть возможность финансовой поддержки для закупки нового оборудования, которое даст шанс инвалидам продолжить трудовую деятельность. Желательно, конечно, помощь от администрации города, чтобы какая-то толика произошла в поддержку нашего предприятия, чтобы люди, которые практически отдали большую часть своей жизни полноценной, были опять при деятельности своей трудовой. Поэтому очень желательно, чтобы люди наши не оказались на улице и работали опять с нами вместе. Стоит ли говорить о том, что сохранение и расширение производства фабрики дало бы возможность пополнить худеющую с каждым годом местную казну? Это уже не говоря о том, что инвалиды не будут лишены полноценной жизни. К слову, меньше месяца осталось до празднования Международного дня инвалидов. И наверняка уже готовятся торжественные речи, приемы, подарки для представителей той части общества, которые сегодня больше всего нуждаются в нашей поддержке. Но, может быть, стоит отказаться от всех банкетов и праздничных картинок в телеэфире, чтобы помочь вполне конкретным людям, которые оказались в конкретной ситуации. Было бы самым лучшим подарком для них. Скромным подарком, надеемся, прозвучит поздравление коллектива высоты 102 к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, который будет отмечаться завтра, 10 ноября. Примите наше искреннее спасибо за ваш труд и пожелание и дальше с честью нести свою службу. Пусть она и опасна, и трудна, но выбрав ее однажды, вы сделали ее делом своей жизни и взяли на себя ответственность, которая не всем по силам. Но вполне в силах любого человека посмотреть на жизнь и то, что нас окружает, глазами поэта. И мы представляем новую рубрику в нашей итоговой программе «Взгляд поэта». Здесь любой житель Волгограда, кто владеет словом и готов поделиться с нами своим творчеством, как говорится, на злобу дня, может сказать то, что частенько остается только на бумаге, наедине с автором. Но пора представить поэтов, у которых, может быть, нет изданных сборников стихов, но которые не стали от этого менее талантливыми. Знакомьтесь, наш первый герой этой рубрики – Анатолий Анатольевич Топчиев, офицер в отставке. Сегодня пенсионер Анатолий Анатольевич представляет нам свой взгляд на окружающий нас мир, стихотворение «Наши дворы». А журналисты «Высоты 102» не только послушали, но и увидели. Вот что из этого получилось. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Машинами заставлены дворы, просторными, что были изначально, не стало места детям для игры. Богатый двор, но выглядит печально. Исчез в нем смех, и поселилась грусть. Пьют пиво, курят, балуются водкой. Дома, что с детства знают наизусть, стал для двора культурной находкой. Забыл наш двор победный ура, жильцов своих победные настрои. Спорт честью был для каждого двора. Рождались в нем мужчины и герои. Какой футбол, какой тут волейбол? Те игры для детей сегодня тайна. Наш двор давно не слышал слова «гол» и крик окна, разбитого случайно. В домах все двери с крабовым замком,
и окна зарешетчены надежно. По-европейски стал уютным дом. Войти в него без кода невозможно. Заставлены машинами дворы, спортивными, что были изначально. Нет места больше детям для игры. Богатый двор, но выглядит печально.